нашего дорогого, замечательного поэта Виктора Бокова. И я так понимаю, что это последнее мероприятие в этом году, потому что начали отмечать еще летом. И вот много-много мероприятий уже проведено повсеместно. Большой концерт проведен в зале Чайковского. Замечательный фестиваль прошел в Сергиевом Посаде, в Боровске, в городе Боровске, где Виктор Федорович жил после сидения своего 10 лет. И, так сказать, множество, и цедри откликнулись на эти мероприятия. И очень радостно, что так замечательно отмечают это столетие. Ну, может быть, не так широко, как хотелось бы, но, вот видите, это зависит все от нас. Потому что поэт-то очень заслуживает того, чтобы его помнили. Сколько его песен, сколько его стихов, которые мы все прекрасно знаем, все прекрасно цитируем. Может быть, даже кто-то не знает, что это написал Боков, но, понимаете, на слуху вот эти вот слова на языке. А я многие годы, я когда работала еще у Людмилы Георгиевны Зыкиной в ее ансамбле «Россия», вот тогда мы с ним познакомились где-то на концерте. Потом он обратил на меня внимание и пригласил к себе в Переделкино посмотреть песни. Я с удовольствием, конечно, откликнулась на предложение и не была обделена, потому что у Виктора Федоровича много почерпнула материала. А вот то, что вот сейчас прозвучала песня «На заре на зорюшке» и еще несколько песен, хотелось бы сказать о том, что это и стихи, и музыка Виктора Бокова. Виктор Боков – поэт необычайно музыкальный. Он вырос в музыкальнейшей семье. Он с детства играл на балалайке и всегда слушал народное пение, очень улавливая какие-то, вот знаете, такие нюансы, которые вот обычное ухо может и не уловить. Так как Виктор Боков работал с многими композиторами, вот это еще ему дало практику, наверное, такую, чтобы писать самому музыку. Поэтому вот наша с ним деятельность как раз в этом и заключалась. То, что Виктор Боков, Виктор Федорович напевал мне мелодию какой-то на свои стихи, и мы с аранжировщиками это все записывали и вот потом издавали. И надо сказать, Алевтина Ивановна Бокова за последние дни была с поэтом, наставницей. И дочь поэта Татьяна Викторовна. На каждый пенечек скатерку накинь. Березы твои стали умными, взрослыми. Снега твои в сущности белый ватин. А кто наследил-то? А кто кроме зайца? А это чей след? Тут плутовка леса. Я вырос в лесу, я могу догадаться. А будет ошибка, поправят леса. Ты что там, Снегирь? Захотелось калины. Калина тебе, бедолага, как раз. Волшебно сияют на склонах долины. И вся красота персонально для нас. Ансамбль «Русская сторонка». Thank you.
русской поэзии, истинно русской песни. Я рад, что этот год, ну такой по выступлениям, поскольку поэты сегодня выступают меньше певцов, даже самодеятельных, я вот выступаю на этой прекрасной сцене, завершая свой календарный год, и произношу слово, читаю стихи, посвященные моему учителю, дорогому, незабвенному, старшему другу Виктору Федоровичу Бокову. 45 лет назад он написал вступление к моей первой книге, «Даня» она называлась. По этой книге меня приняли единогласно в Союз писателей России, и эта книга хранится у меня на золотой полке. И много-много лет мы дружили с Виктором Федоровичем, проехали, прошли множество дорог. И я в дни его юбилея, а юбилей ведь был в сентябре, в золотую осень, я выступил в журнале «Русский дом», в литературной газете, в «Литературной России», и в дне литературы у меня целая подборка вышла, подвал такой стихи, посвященный Виктору Бокову. У меня целый цикл сложился. Я хочу сказать несколько слов. Вот пластинку уже вы, наверное, видели, альбом. Я писал, один из авторов, предисловие к этому, к альбому песен Виктора Федоровича. Мое предисловие называется «Три травы». Это стихотворение Виктора Федоровича Бокова, которым он открывал книгу «Три травы», и я ее подписывал в печати в издательстве «Советский писатель». «Три травы дала знахарка и сказала: пей всегда. Я не лгу тебе нисколько, я стара, и я сильна. Стал я пить зеленый, травный, горьковатый, терпкий сок, и прорезался исправный, очень звонкий голосок. Стало легче мне дышаться, лазить, бегать и ходить, стали все дела решаться вовремя, как надо быть. Умерла моя знахарка, все, кто в жизнь пришли, умрут. Но живет во мне закалка, три травы во мне растут, как одна трава – терпение, а вторая – доброта, третья – музыка и пение, и земная красота. И вот я... без всяких политических там наших проблем, да.